что в произвольных четырех угольниках сумма длин диагонали меньше периметра. Сумма длин диагонали меньше периметра. В произвольном четырехугольнике сумма длин диагонали АС и БД меньше периметра. То есть суммы длин сторон АВ, С, С, Д и Д. И к каждому из них надо написать генеральный треугольник и потом сложить вперед в абсолютно правый. АС меньше, чем... Итак, какие два треугольника, то есть провести разрез по линии АС? Что у вас будет? Не говорите, АС меньше чего? Что-что? А, Б плюс Б, С. Совершенно верно. Пишем. Б, Д меньше, чем Б, С плюс С, Д. Замечательно. Еще. Обещали 4 неравенства треугольника. А написали пока что только 2. Это у нас установка задачи. Да? Мы могли чуть-чуть начать, тогда бы не нарисовали. Ну ничего страшного. Итак, пишем дальше. А, С меньше чего? АС. А мы оцениваем длины диагонали. Меньше, чем АД плюс БС. Отлично. И последняя строчка. БД. Молодец. Меньше, чем... Сейчас он сам собрал. Отрезок БД меньше, чем АВ плюс АД. Отлично. Нужные 4 неравенства написаны. Что теперь надо с ними делать? Сложите. То есть сделайте и складывайте. АС, БД, АС и БД. Что такое вместе? 2. Пиши 2 АС плюс 2 меньше. И вот опять. Я поговорил специально про это. Надо не пытаться сделать, чтобы никто не смог прочитать, а вот сделать нормальный пробел, да. И здесь тоже не впритык писать, а чуть-чуть отступить, ровно столько, сколько здесь, хорошо? Да. И теперь соображаем, что же у нас в правой части, когда все сложили. Молодец. 2 АВ. Пишем, пишем. 2 АВ. Еще что? 2 АВС. Да, да, да. Вам можно писать. Я не делал на стол. Просто у вас каждый угол следующий больше предыдущий. Кончится это большим специальным знаком. Плюс 20. И отойдите, посмотрите на свою запись. Началось это нормальным образом, а дальше все выше, выше, больше. Зачем? Последнее, да. Плюс что? Плюс что? А? 2 АВ, совершенно верно. Плюс 2 А. Отлично. И чем же отличается то, что у вас получилось, от того неравенства, которое нас просили показать? Два раза. Все абсолютно правильно. Сложили 4 неравенства треугольника. У нас с вами все получилось.